Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. У меня тут как-то они группами прям цветут. Есть еще одна группа на другом окне, где трудящиеся вот прям заводят друг друга, наверное. Какую-то единую волну попадают. И вот здесь вот уже, видите, сверху падают отцветшие вот цветочки с моего дендробиума Джаракчаст. А здесь вот есть несколько цветущих растений, которые, ну, мне кажется, должны попасть в объективы. И вот здесь вот моя клейсостома ариетинум. Она у меня уже цвела, и это было запечатлено на видео. Ну вот она меня радует цветением еще раз. И вот я всячески пытаюсь приблизить эти цветочки, показать их очарование. Вот здесь вот уже немножко лысое место она отцвела. Но сейчас это цветение после лета. Вот, может быть, немножко видно. Мы здесь приблизились максимально. Еще видно, что она такая пестренькая. Вообще, на самом деле, она была совершенно бордовая. Все лето она провела вот на этом своем блоке. Вот эта палочка, это ее блок. Вот она на нем живет уже 2 лета. Жила на даче. Вот видите, там задние такие, они совсем бордовые. Вот. И она где-то вот в августе задумала растить этот цветонос и вырастила его, видите, даже вот с такими вот очаровательными боковыми ответвлениями. Вот. Вот такая вот она у меня красотка. То есть я читала разное про нее. Читала там заметку одного орхидеиста про то, как он ее пересаживал. И она у него жила то в тепличке, то вне теплички, то на лоджии. В общем, он к ней подстраивался, и заключение его было, что слишком она прихотливая для того, чтобы ее с удовольствием содержать. Но, честно, ничего плохого про это растение сказать не могу. Вот уже за некоторое время нашего совместного проживания здесь она у меня, видите, живет на панели для орхидей блочников. И эта панель, она просто вот стоит себе и стоит на всеобщем обозрении, можно сказать, без всяких каких-то дополнительных укрывательств, дополнительных орошений, каких-то увлажнений. Ну, это кухня. Единственное, что здесь, конечно, бывают перепады температуры, влажности. И здесь влажнее значительно, чем в комнатах, по сути. Вот. Но отзывается на полив, отзывается на, так скажем, любовь. Вот. И вот уже второй раз цветет. То есть, ну, чего хотеть. И вот она такая вот, ну прямо, я не знаю. Очень боюсь потерять фокус. Вот, так что чего хотеть от такого прекрасного растения. Она и пахнет немножечко вкусно. Здесь у меня вообще сейчас очень много разных ароматов. Вот, и выглядит очаровательно. Так что, если у вас есть возможность ее содержать, я бы очень рекомендовала. Она умничка.